Противовирусные, противовоспалительные, антибиотики и даже гормональные препараты – 14 наименований различных лекарств доступны пациентам, которые сегодня лечатся на дому. Это больные с легкой и средней формой коронавирусной инфекции, а также с подозрением на ковид. Только в Большеглушицком районе препараты получили 150 жителей. Их медики развозят больным ежедневно по назначению врача. Такая практика, которую в регионе внедрили по поручению губернатора Дмитрия Азарова с ноября, значительно облегчает жизнь пациентам и врачам. Врачи знают, что пациенты получают средства вне зависимости от того, имеются они в аптеках или нет. Медсестры развозят эти лекарства, то есть пациенты их гарантированно получают. А также пациентам это, конечно, значительно выгоднее, чем покупать сами лекарственные средства и искать кого-то, кто их будет доставлять. Все лекарства больные получают бесплатно. Те, у кого ковид подтвержден, обеспечиваются медикаментами за счет средств из федерального бюджета, а пациенты с подозрением на инфекцию – за счет региональных средств. Благодаря вот этой вот помощи, которую сложно переоценить, у нас уменьшилось количество пациентов, состояние которых ухудшается, количество затяжелевших пациентов, значительно снизилась потребность в госпитализации, в стационарные условия. Сегодня в Самарской области в общей сложности более 7 тысяч амбулаторных пациентов обеспечены бесплатными лекарствами. Светлана Кудрявцева, «События».